Об итогах работы в 2022 году и перспективах развития на год ближайший сегодня говорили на коллегии регионального Минздрава. Среди главных вопросов – цифровизация и увеличение показателей по оказанию медицинской помощи. Коллегия Минздрава сегодня наметила направление развития на 2023 год. Главное из них – цифровизация. Александр Герштанский распорядился перевести к 1 декабря все выдаваемые рецепты в электронный формат, для того, чтобы пациенты могли получать лекарства в аптеках по QR-коду. Это полностью переход на электронный документооборот, это электронные рецепты, это подписание всех электронных историй болезней и, соответственно, снижение рисков потери бумажных документаций и возможность получения доступа к другим медицинским специалистам, получения информации, актуальной информации о пациенте. Что касается иных направлений деятельности, то, безусловно, это повышение удовлетворенности населения оказываемой медицинской помощи. Статистика прошлого года показала прирост показателей по многим направлениям. К примеру, план по профилактическим осмотрам и диспансеризации в целом по региону перевыполнен. 45,9% составил в целом по всем медицинским организациям. При этом и в абсолюте в полтора раза посмотрено, прошли профосмотры почти больше 400 тысяч, а 294 тысячи в 2021 году было. То есть и в абсолютном значении тоже значительно больше. Но не все медицинские организации отработали на одном уровне. К примеру, очередь на аппараты МРТ сегодня 2000 человек. Руководителям медучреждений дано указание увеличить до 50% количество слотов для пациентов, приписанных другим поликлиникам. Кроме этого, новые аппараты МРТ в этом году запустят в Котласе, Вельске и Северодвинске. В центре внимания новый корпус детской областной больницы. Он должен быть введен в строй уже осенью. Для меня очень важно, чтобы была доступность, чтобы были подготовлены профессиональные кадры, чтобы мы могли обеспечить всех детей тем необходимым обследованием, которое мы можем сделать у себя, правильно поставить диагноз и определить потоки маршрутизации как в стационар, так и на федеральный уровень, если это необходимо. Еще один важный вопрос – профессиональное выгорание врачей при нынешних нагрузках будет решаться с помощью специалистов из федеральных институтов, которые приедут в Архангельскую область уже в мае. Они поделятся ценными методиками и тактиками работы. Алексей Макеев, Денис Линчевский, Регион 29.